Музыка стала причиной разборки, которая дошла до стрельбы. Мужчина сделал замечание соседу. Одному из его гостей это не понравилось. Словесная перепалка закончилась стрельбой. Потерпевший в больнице, оружие изъято. По результатам экспертизы установлено, что оно является самодельно изготовленным гладкоствольным однозарядным пистолетом, пригодным для производства выстрелов. Задержанный пояснил, будто нашел его во дворе собственного дома. В настоящее время расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания лишения свободы до 10 лет. Кузбасский полицейский напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности. За прошедшую неделю в дежурной части зарегистрировано 265 сигналов, из них 78 с признаками преступления. В полицию обратился мужчина, сообщив о том, что неизвестное лицо угнало его автомобиль со двора дома в поселке Чебалсу. На следующий день сотрудники ГИБДД остановили данный автомобиль по улице Гончаренко. За рулем транспортного средства оказался 22-летний сын потерпевшего. Он пояснил, что угнал автомобиль отца, чтобы покататься по городу. Кроме административной ответственности за управление автомобилем без прав, подозреваемый привлечен к уголовной ответственности. А дознавателем направлено в суд уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Междуреченец обратился в полицию с заявлением о том, что обнаружил в своем автомобиле Hyundai отсутствие строительных инструментов на сумму 13 тысяч рублей. В ходе работы полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний междуреченец, ранее судимый за аналогичное преступление. Он признался, что в ночное время возвращался из гостей в алкогольном опьянении. Ему стало холодно, и он стал дергать двери припаркованных во дворе автомобилей, чтобы погреться в салоне. Двери одного из автомобилей оказались незапертыми. Он сел в салон, а когда увидел на заднем сиденье болгарку и бензопилу, похитил их, оставив для личного использования. Похищенное имущество изъято. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.